Тариф на мусор уменьшится с сентября. Скоростным принятием решения сегодня удивило правительство области. В течение суток после того письма антимонопольщиков цифру поменяли. Обычно на это уходит не одна неделя. Внезапные изменения в плате за мусор связаны с результатами проверки антимонопольного комитета. Специалисты, изучая тариф на мусор, пришли к выводу, что он серьезно завышен. Один из инициаторов проверки пояснил, сомнение возникло давно. Якобы изначально было непонятно, почему компания, у которой уже есть вся необходимая техника для вывоза отходов, заложила в тариф для кировчан дополнительные сборы на массовую закупку новой техники. Обычно такие процедуры осуществляются из чистой прибыли и называются обновлением автопарка. Получается так, что у нас автопарк весь в достаточном количестве уже есть. Вот, но тем не менее зарядили в НС-программу именно покупку новых мусоровозов. А что делать со старыми, непонятно. То есть получается, нам заранее задрали тариф, чтобы купить те мусоровозы, которые в принципе-то не являются, видимо, необходимыми. Я посчитал примерно, если у нас сейчас тариф в Кирове на вывоз мусора с квадратного метра 4,96, то где-то должно получиться 4,18. Удивило в этой истории и то, насколько быстро в регионе могут приниматься тарифы. В течение суток после того, как антимонопольщики опубликовали свое решение, в правительстве отчитались, установлен новый тариф, и он на 15,7% меньше нынешнего. Для жителей многоквартирных домов, например, он уменьшится до 4 рублей 18 копеек за каждый квадратный метр квартиры. Действовать новые правила начнут с 1 сентября, а все то, что жители города Кирова переплатили с начала года за мусор, региональной службе по тарифу приказано учесть при установлении тарифа на 2020 год. А значит, есть вероятность, что тариф станет еще меньше.